И когда делают это внутреннее действие, очень трудно удержаться в нем. Это выбрасывайте. Поручительство, дорогой мой. Конечно, тяжело. Сделай себе стражников и смотрителей. Поставь их на всех вратах, чтобы ты не убежал. Установи их. Что, буквально прийти договориться с товарищами, давайте заключим договор такой? Может быть и так, может быть даже и не договор. Может быть, сделай какой-то залог, там принеси 10 тысяч шекелей, я не знаю, сделай что-то, чего бы ты боялся, то, что бы ты захотел. Я пытаюсь уже несколько месяцев, и не получается. Не получается? Попроси у них, чтобы они начали пренебрегать тобой. Поверь мне, это сработает. Мне кажется, они уже пренебрегают мной. Тебе кажется, это... Пусть хорошенько это покажут. Да, это больно. Нет, если ты вдруг обнаружишь это, что они... Неудобно им тебе это сказать, и вдруг ты где-то подслушал. Можно так подыграть, что ты ничего не сможешь с этим сделать. Так что поймать, скажем, двух товарищей, договориться? Почему с двумя? Со всеми. Ну, это остается тогда общим, и ничего из этого не происходит, так, из моего опыта. Так для этого и есть поручительство. Потому что они тоже в этом нуждаются. Им это необходимо. Я много участвовал в разных собраниях товарищей. Это остается все общими словами. Очень хорошо, принесите все по 10 тысяч. Давайте сделаем одну большую кассу. Хорошо, каждый день, когда вы забываете о задаче, оттуда пропадает по 1000. Каждый день. Что, серьезно? Что серьезно? Я говорю с тобой серьезно. Я заберу эту кассу. Не, ну вы улыбаетесь, смеетесь. Я не улыбаюсь. Это тебе должно быть что-то больно. Скажи в какой-то другой форме. Может быть, тебя деньги не волнуют. Ты говоришь, почести тебя не волнуют, стыдно тебя не волнует, деньги тебя не трогают. Что да, что-то же должно тебя трогать. Это не идет. Мы пытались разные действия. Да брось! Разные. Позвонят твоей жене, что-нибудь о тебе расскажут, что ты там что-то натворил, что тебя не считают с тобой. Да, бывало всякое, это вызывало боль. Но вы говорите это относительно всей группы. Ну что можно сделать? Откуда я знаю, что можно сделать? Приведи родителей завтра. Завтра поговорим с ними. Что-то поможет. Но вы должны искать, что делать, и тогда что-то найдете.